Приветствую. Сегодня я хочу рассказать про арбуз. Все знаете, что каменный уголь – это изолятор молнии. Когда энергия молнии бьет на землю, она распространяется по всей поверхности земли. При прохождении через древесные угли, которые лежат на каменном угле, они замыкаются, создают анион гидрокарбоната и катион водорода. Статическая энергия молнии начинает заряжать арбуз, и когда арбуз заряжается положительными зарядами, от нее выходят отрицательные заряды. Вот эти отрицательные заряды сохраняют катион водорода. А при разрядке от арбуза выходит плюс, который собирают анион гидрокарбонат. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, и вы узнаете еще больше.